кстати, меня вот покупал. И вот такая лежанка, похожа на скамейку. Здесь сижу сейчас в парке. Вот эта маска я ношу. Потому что она здесь пока без маски нельзя ходить. На то, что так будет. За это мы маску так ходим. Вот такой здесь лежанка такая. Похоже. Сижу с шалкой очень. Ну, здесь можно полежать. Сейчас вам покажу, как можно. Вот такая лежанка. Сейчас я лягу. Вот так. Вот так можно лежать здесь. Такая скамейка. Вот так. Вот такая лежанка здесь, в парке. Лежишь и отдыхаешь под солнцем. Здесь даже можно загорать. И вот так смотришь. На лежанке так сидишь и на город смотришь. Все, он такой жара сильная. И здесь такое дерево, тенек. Вот такое большое дерево. Вот такие лежанки здесь. Вот как я лежу, такая лежанка. Там беседка. О, за деревом, за елкой-то там беседки. Давай, сейчас встану. Так, я встану. Ой. Встал. А то ляжешь, все. Вот эта беседка, сейчас вам покажу. Здесь беседки. И вот здесь такая тоже лежанка. Скамейка. Такая беседка. Вот, я сейчас пошел, сел в беседку. Это не смотри, это маска такая. Все спустилось. Вот такая беседка. И здесь его вот такой столик. Можно чай пить, кофе, воду так и сидеть здесь, отдыхать. Беседка, вот такой столик здесь. Вот так можно сидеть. Ух, сейчас пойду. И там такие скамейки такие. Вот такая скамейка. Зоне хожу здесь. Вот такое дерево. Или тенек. О, здесь прохладно очень. Камни здесь, видит другого, классик. Здесь деревья такие. Если здесь деревья все вырастут, то вот такие теньки будут. Если будут такие. Пока здесь все деревья маленькие. Все это. Такие кусты, какие-то цветы, а тут не знаю, что это, их название. Здесь они разные, вот такие. Белые, такие цвета, один оранжевый, розовый и красный. Такие цвета, такие красивые кусты. А это мост, переход на другой парк.
всех видел, а тебя никто. Здесь клумба цветов разных. Вот это площадка. Здесь можно заниматься спортом. Вот сейчас она, эта площадка закрыта. Там сетка. Сетка закрыта. Здесь можно заниматься спортом. Уличный спорт. На уличный, это да, спортзал. Ты нашел здесь. Вот здесь такие были. Сейчас просто закрыто, здесь не пускает. Сейчас пока. Сетка закрыта. Вот такой здесь тренажер. Здесь можно заниматься спортом. Здесь так занимается, это сейчас просто закрыли сеткой, а сейчас здесь мы сюда висели, занимались спортом, подтягивались, как штанги, так что там есть было. Сейчас нет, сейчас пока там закрыли сеткой, не разрешено. Вот еще одна детская площадка. Но здесь были качели. В таком виде, как корзинки. В виде корзинки были и такие были. Вот. Их просто сняли. Что никто не катался на ним. Здесь такая дорожка зеленая, синяя. Да, вот здесь были качели, их сняли. Что никто не катался. Одна была в фильме. Вот в виде. Здесь вот это в виде корзинки были качели. А одни такие обычные. Их все сняли, что никто не катался. А, их все поснимали. Вон там, наверху, гамаки, где вот беседки сидят люди. Они тоже, наверное, сняли этих гамаков. Да, их тоже убрали. Здесь были вот это ряд, было там, где синие столбы. Эти все гамаки там были. Мы их тоже, наверное, поснимали. Люди там отдыхали, ложились. Кто там книгу читал под вот этим деревом большим. Мы их тоже снимали. Вон гамаки тоже были здесь. Сняли. Люди здесь пикники делают. Вот так. Сейчас везде закрыто. Дороги у нас все закрыто. Границы закрыты. Видите, вот так отдыхать парк. Футбол. Здесь можно играть в футбол, баскетбол. Вот. Внизу сетка есть, это для футбола. А наверху это для баскетбол. Это площадка. Вот такая площадка здесь. Птицы на сетке сидят. Вот такая площадка для баскетбола и для футбола. Сейчас она тоже закрыта сеткой.
Вот такой вот переход. Это переход на следующий парк. На другой парк, в сторону парка. На такой сделали переход. Уже на ту сторону парка переходим. Такой туннель. Перешли на ту сторону парка, вышли из перехода. Это туннель. Вот это следующий парк. Он очень длинный. Центральный этот парк очень большой. Здесь большинство детские площадки. Для детей, это взрослых тоже есть. Еще здесь гамаки есть. Можно на гамаках лежать. Это там же, в конце парка. Я вот это не поставлю, кто на эту горку скатится. Она сейчас нагрелась. Сейчас вот такой пекло, солнце, это железная горка так нагрелась. Кто-то прокатиться может. Это обгореть можно. Вот такая здесь дорожка. Видите, песка красного. Тоже закрыто. Детские площадки тоже закрыты. Сетка здесь закрыта. Вот здесь были гамаки, вот здесь были, и все сняли.